власних думок про відповідальний виступ та щосекунди зростаюче хвилювання вирішила рятуватися у досить оригінальний спосіб. Всім привіт, це команда B-Fantasy. Ми представляємо город Запорожье. Ми будемо танцювати брейк-данс. І ми будемо сьогодні зажигати для вас. Два інженери, приватний підприємець та звичайний студент з Запоріжжя найбільше розраховують на підтримку свого відомого земляка та за сумісництвом судді головного шоу України Влада Ян. Ми теж танцюємо, він танцює в різних стилях. Но танцора видите издалека. Да это наш брат из Запорожья, бывший казак. Мы его, конечно, все уважаем. Мы думаем, он нас поддержит. Натхненні стратегіями по підкоренню найпринциповішого судді нашого шоу, хлопці і думати забули про те, що аби пройти далі, одного так, навіть від самого Влада Ями їм буде замало. Ви откуда? Ми із города Запорожжя, і представляем стиль брейк-данс. Ви спеціально опоздали в Харкові Дніпропетровську? В Харкові Дніпропетровську? Ми були поближе. Нет, Серега був болен, і тепер ми його підняли на ноги, і ми знову сіли. Сам ніхто не приїхав вас поддержать. Вот здесь, во всяком случае, никого нет. Мы надеемся на вашу поддержку и поддержку зрителей, естественно. Да, но вы тогда должны сделать все, чтобы я сказала «Yes». Окей. Ладно? Мы будем стараться, все будет круто. Так, я за вас болею. Все, окей. Давайте. Спасибо. Давайте нашу зарядочку. Конечно же, зарядочка. И жир, трес! Ух ты! Ух-ха! Все, поехали, да? Да. Все, давай. Окей, let's go. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы команда B-Fantasy, город Запорожье. Мы приветствуем зал. Вас тут сегодня много собралось. Хорошее настроение. Земляки, как настроение у вас? Отлично. Сейчас зажжем. Приготовили что-то? Да, все будет круто. Бомбу? Да-да. Ну давайте. Все? Бросайте, да. Окей. Поехали. Let's go! Break me and wild cowboy. Любой, который улыбается, это редкость. Let's go! Started as a young boy, came on the set. No videos, no internet. Back then, touch the mic, you were spread. Touch the mic, you even clutch the mic. Touch the mic, you know you had to be on. Now who knew that where I was born? Grand Poobah up there was the king. Yeah, dot X. Let's go. Check it out. Been across the world with my wild cowboys. One of a kind, crazy style boys. A lot of MCs make a whole lot of noise. The draft, hold up, just a pass. Спасибо за поддержку. Спасибо, ребята. У нас уже есть несколько сильных команд в этом сезоне, но от вас, правда, исходит больше всего света и позитива, и улыбок, что, в принципе, для брейкеров редкость большая. Юх, жарко, понимаете? Вы не похожи ни на кого, это самое главное, вы создали настроение. Мы сейчас сидим втроем, улыбаемся просто. Ну, вот для номера это очень важно. Слава. Спасибо, да, абсолютно с тобой согласна. Действительно, не хочется говорить о технике, у ребят с этим все в порядке. Хочется говорить вот о той эмоции, которую они отдают. Отдают ее в таком количестве, просто захлебываешься. Очень музыкально, ребят, что очень приятно наблюдать у брейкдансеров. Денис, а что это означает, что ты показал? Покажи еще раз. А, это Запорожье. Запорожье. Да, Запорожье. Не, ну... Вот, Влад, давай, подхватывай. Не-не-не, Запорожье! Отлично. Ну, знаете, як я можу вам сказати ні, якщо ви земляки самого Влада Ями? Ну, все було хорошо, покажу вам так.
Спасибо. Я тоже говорю да. Спасибо. Ну, а я скажу... Спасибо большое! Такие светлые. Занзибар. Прямо возбужденный. Не, очень музыкальный, Леша, такие хорошие, классные. Ну, мы постарались. Вы думаете, мне быстро? Молодцы! Спасибо. Я за вас болела. Спасибо. Рита!